Чем интересны медузы, да, вот все знают, ну, щиплется там и щиплется, такая да, штука ну, студенистая, а на самом-то деле? Самые медузы очень интересны, то, что у них, как бы, взрослый организм совершенно не похож на, как бы, на то, что плавает, вот то, что мы знаем, как медуза, да, то есть, самое вот этот, с чего вообще, ради чего медуза плавает, да, то есть, это на самом деле есть организм маленький, такой, там, несколько миллиметров, это гидроидный полип, который живет на дне, вот. В определенных условиях, он, когда ему приходит в голову размножиться, вот, он, значит, включается страболяция, это так называемый вот этот маленький гидроид. Деление. Он начинает делиться, да, дробиться на такие как бы чешуйки, вот, и чешуйки эти уходят в толщу воды. Вот она, эта эфирка, то есть это эфирки, наверное, дней 5. И впрямь снежинки. Абсолютные снежинки такие, да, маленькие такие. Да, вот это побольше, вот уже видно, видите, уже как... Начал появляться купол, купола у них. Да. То есть вот уже купол, да, то есть вот эта снежиночка уходит. Уже ушла, да, и она уже похожа действительно на медузу. Да. Это урелия медуза. Вот, ну, их специально держат в холодной воде, потому что, ну, здесь это у нас просто чистая терморегуляция, потому что, ну, помещение теплее, а им там больше 20 уже нехорошо. Размножаются-то все равно взрослые ось. Вот мы привыкли, что тот, кто размножается, это взрослый, половозрелый, готовый организм. Ну, тут и вместе с тем... Тут надо бы, на самом деле, даже говорить не так, что в данном случае это как бы отдельно существующий половой орган. Вот так, то есть вот гидроидного полипа. То есть это просто гидроидный полип, который он может... Это чем отличие как раз? Что гидроидный полип может размножаться делением. Вот. А чтобы получить гидроидный полип с новыми лицами, да, то есть ему приходится вот половым способом размножиться. То есть для этого он выбрасывает плавающую форму медуз как раз. То есть это нужно, чтобы расселиться на огромные пространства. То есть медуза, по сути, это половой орган, который умеет сам питаться, ну, расти, питаться, расти, да, 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 еще да. И думать при этом. Ну, некоторые, кстати, медузы, вот куба медуза, точно доказано, что она видит берег, да, и может активно плавать параллельно этому берегу, то есть в течение дня. То есть куба медуза – это самое ядовитое существо вообще на планете, считается. Но таких ядовитых медуз немного. Ну, в наших широтах вот просто нет. То есть есть вот известная медуза циания, у нее огромные длинные щупальцы. Но она щиплется, она я влетел. Обжигает. Нет, она обжигает. Нет, она обжигает, но вот, например, такая же медуза в тропиках, да, может вызвать, в общем, очень серьезные последствия. У меня просто знакомый, его обожгло буквально двумя щупальцами. Вот. Он неделю просто вот лежал в этом, ну, то есть вот в таком в полубредовом состоянии, его там откачивали специальными... То есть мы, в принципе, находясь в тропиках, купаясь в тропиках, должны опасаться данного полового органа. Да, в общем-то, да. И там, кстати, это одна из самых опасных, ну, то есть с чем можно столкнуться в тропе. Поэтому вообще я вот рекомендую, да, и сам плаваю, одевается, ну, костюм. На медузы красивые, безумно, да, вроде бы? Ну, конечно, красивые. Невероятные, да, совершенно. Там поэтому... очень много видов, ну, то есть они разные совершенно. И есть цветные, и всякие, формы очень разные. Ну, да. Поэтому держим в аквариуме, в том числе. Да, есть специально, да, медуза основная, значит, вот проблема, да, это можно, вот давайте там сейчас переместимся куда-нибудь, аквариум. Аквариум должен быть так устроен, да, что с одной стороны создавать все время как бы подъемное течение, как бы медуз надо все время перемешивать. Понимаете?
Вот. То есть для чего это делается? Для того, чтобы медуз мы перемешиваем. Почему? Потому что если сейчас вот не будет никакого движения, они либо к поверхности поднимутся, либо опустятся на дно. Потому что, ну вот, а так, чтобы их все время показывать, должно быть вращающееся движение. Поэтому медузный аквариум – это либо барабан, да, либо цилиндр такой со специальным течением. А если они лягут на дно? Ну, они просто лягут, будет некрасиво, но будут лежать. Будет. Ну, какое-то время будут, но на самом деле это не совсем правильно. То есть они могут и погибнут потом. Ну, то есть основная сложность – это сделать правильный аквариум. То есть, если будет правильный аквариум, там достаточно кормить самих вот взрослых, как бы, вот то, что, понимаете, как вот очень важно разделять, да, вот есть гидроиды, которые живут тоже без проблем абсолютно, и медузы, которые тоже живут без проблем. А вот как бы промежуточный этап, да, вот, вот как раз превращение гидроида вот в плавающую медузу, он самый сложный. То есть в этот момент, во-первых, это очень маленький организм, то есть он буквально там, ну, то есть вот эта вот эфирка, да, она там 2-3 миллиметра появляется, даже может быть и меньше. То есть вот у этих медуз он вообще миллиметр диаметром, такая снежинка. И, соответственно, вот выкормить вот в момент, когда она уже начнет питаться обычными кормами, да, там, в принципе, вот такие медузы уже даже могут замороженный циклоп есть, который вообще продается там в любом магазине. То есть его просто, ну, важно не перекормить, но это достаточно легко научиться. И все, это дальше она растет и живет. Вот. А вот момент вот этот, чтобы эфирка превратилась все-таки в медузку уже, да, вот этот вот самый сложный момент, он, конечно, быстро проходит, да, но это вот в этом как бы заключается вот, ну, сложность получения вот этой медузы. А дальше, ну, вот дальше они потом хорошо живут. И очень быстро растут, очень. То есть буквально вот от момента эфиры, ну, то есть когда медузка, она, это где-то недели две, она превращается в медузку через две недели, а дальше медузка очень быстро растет. То есть там буквально там за месяц она может вырасти уже до своего нормального размера. Гигантские цианы, вот 200 килограммов, да, да, сколько, да, надо им вырасти? Ну вот она как раз, она получается, что они весной выводятся, то есть появляется вот эта вот, появляется эфирка, а дальше, ну то есть к осени уже, то есть соответственно, они уже начинают погибать. То есть, вот, то есть вот, сама медуза это август, живет август, сентябрь. Да, ну даже меньше. Даже тропические? Даже. Вот аурели, да, ну год, год на самом деле считается, ну там год. Год, вот где нету сезона, да, где вот такого сезонности нет, там год, может быть, два. Вот, а так, вот. Слушайте, есть... потрясающе. Вот, честно говоря, у меня сразу в голову приходит только одно единственное животное, наверное, это осьминог. Ну, осьминог тоже короткоживущий. По скорости, да, роста, да, и по, да, продолжительности, да, 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 жизни, да, когда, да, за полгода вырастает гигантского осьминога из рисового зернышка. Ну, я говорю, понимаете, она отработала, и все, это уже как бы выбор, ну, как вот... Осьминог это целый все-таки организм, а это все-таки не целый организм, это как бы такой отдельный организм, вот этот полипчик. Да, вот мне, честно говоря, а потом так вот еще посмотрим, очень, медузы очень тяжело. Есть интересные очень медузы, да, то есть медузы, которые используют, ну то есть вот эти хищные медузы, да, им солнечный свет вообще не нужен. Вот. А есть медузы, как кораллы, то есть они в своих тканях содержат симбиотические водоросли, да, то есть... Ну вот как кораллы, да, то есть чтобы, да, кораллам расти, нужен, соответственно, солнечный свет. Это тоже медуза, но она большую часть времени проводит на дне. То есть она может поплыть, например, переплыть с одного места на другой. Пока она молодая, она достаточно, ну, то есть активно плавает, ищет место, где потом, когда она вырастает, она уже мало плавает. Ну, она как бы может переплыть, присесть. Вот, вот, более то есть мелкие они. Фактически плавающие актиния. Актиния, которая может подумать, ну, не переплыть ли мне. Ну да, то есть актиния может переходить, как бы переползать достаточно медленно, но это может прям активно переплыть. Но это вот опять, это тоже половой орган, опять. Это все то же самое. Потому что основной организм это вот маленький полипчик. Маленький полипчик, который живет, вот это все пух такой, который везде покрыт, вот все стены, да, то есть заросшие. Это все вот эти полипы, которые это могут делиться и делением, да, но в какой-то момент они превращают, ну, как бы дают себе команду, да, но там здесь они просто вот сами постоянно у них бросают вот эту плавающую стадию. Честно говоря, у меня вот в голове не укладывается. И вот в данном случае это вот такой организм, это его, их можно встретить на песчаных грунтах, там вот, ну, где на песчаных таких достаточно в тихих местах, на илистых, вот на рифе, на илистых местах. Вот они вот так вот живут, это медуза Кассиопея, тоже медуза, донная медуза, сидячая. Они без солнечного света расти не будут вообще. То есть им сколько их ни корми, они все равно без, вот если правильное освещение, они расти не будут. И существует еще медуза Папуа, так называемая. Она тоже
имеет вот, ну, уже плавающая форма, она, значит, она имеет вот такие же симбиотические водоросли. Поразительно. Я, честно говоря, считал, что фотосинтез – это зеленые. Ну нет, это бурые водоросли, коричневые. Вот именно вот такого коричневого цвета, и у кораллов то же самое. А цвет кораллов – это обеспечивает вот, ну, как бы тонкая пленочка, ну, то есть у самой ткани коралла, да, цвет. Ну, а у медуз то же самое, то есть у медуз есть свой цвет, как бы тоже, но вот, вот у этих вот как, в основном коричневый цвет, потому что вот как раз за счет вот этой вот фотосинтетической водоросли. Как много медуз вот в культуре содержится? У японцев, да, в японском океанариуме, у них там у них 70 видов медуз в коллекции, и они выставляют 30 видов. Вот. То есть в Европе существуют такие медузарии, так называемые, да, то есть там, ну, где-то около, ну, там 10-20 видов одновременно экспонируется. Мы сейчас разводим, ну, то есть у нас вот разводим плавающих два, и вот сидячие одни. Ну, то есть у нас просто пока мы только на начале пути, у нас такая задача не стояла. Да, ну, цианеи мы не можем получить полипов пока, ну, то есть вот у нас, нам вроде бы прислали, но они оказались аурелии. То есть сказали, что вроде бы полипы цианеи, но нет. Ага. А получить от цианеи, это нужен большой аквариум. Потому что крупная. Она должна дорасти, вещь, да, и тогда бросит уже, значит, эти. Вот, в маленьком вот у нас, мы в аквариуме у нас держали вот цианеи, они так и не бросили. Они так и не бросили. Полипы. Какая сложная система. А это, кстати, это все для этого, для выращивания их корма, как раз для снежинок, вот для этих. Мы выращиваем фитопланктон, которым кормим, соответственно, коловратку. Коловратка уже идет в корм вот этим вот ребятам, снежинкам. Понятно. То есть все настолько сложно. Для того, чтобы вырастить медузку, нужно вырастить корм. Вначале, а для да. того, чтобы вырастить корм, нужно сначала вырастить еду для корма. Для корма, да. Еду. Ну, то есть это каждая да, ступенька. И вы все это делаете. Ну, вот у нас, да, у нас полный цикл. Мы держим как раз вот это вот это снежинки, гидроиды. Это вот мы видели гидроидов. Это вот уже как бы форма, ну, эфиры, да, вот снежинка это эфира. И вот это маленькие медузки, которые потом уже бы превращаются в медуз. Коловратка, естественно, морская. Морская, нет, конечно. Все морская. Здесь все морское. Да, да, все морское. И просто взять и обычные коловратки, насыпать, ничего не получится. Ну, она погибнет просто сразу в морской воде. Ее никто не эфира съест. Есть не будет. Там вот критичный момент, у эфира не, ну, вот ест только живую коловратку. И на ней растет. То есть вот без коловратки там выживаемость очень маленькая. То есть, ну, понятно, что один полипчик, он, кстати, не погибает. Вот он дав вот это вот, отстраболировавшись, он остается. Он единственное, ему надо потом отъесться снова. То есть, ну, вырастет. То есть он многолетний, он живет, да, много он, лет. Он много лет живет, да. Он там про них даже говорит, что он вечный. Ну, понятно, вечный, он все время делится. Полип делится, как бы, и не стареет. То есть, вот там все разговоры про то, что это вечно живущие медузы, это вот именно про полип. Ну, клоны сплошные. Да, клоны, да. Это клоны. Вот, из которых там вот иногда бывает, когда медуза активно начинает бросать вот как раз эту стадию, ну, вот начинает бросать яйца, да, когда превращается в полип. Прям видно, прям попало вот яйцо, да, от него пошло вот расползаться вот эта колония с новыми лицами полипа. Вот у них уже другая уже генетический набор будет, чем вот у первичных, да, то есть. Господи, как все сложно у медуз-то. Как интересно. Нет, вот это, кстати, не самый сложный организм. Есть совершенно это вот этот португальский кораблик. Это колониальный организм, то есть который состоит из. Это колония на самом деле из разных организмов. То есть одни, но при том, что они настолько плотны, что одна часть, это уже, в общем-то, такой сложный организм. Ну, то есть, вот почему-то считают, можно это сказать, что это как будто. Ну, вот как вот если бы у нас рука бы, да, вот, она была бы не наша рука, да, то есть вот конкретно, а это был другой организм, вот именно названный рукой. Но он вот прицепился вот и живет вместе и с телом, сам да. По вот. Себе. То есть он не сам по себе действует, он действует под контролем все-таки с другими рукой. Но это все-таки отдельный был бы организм. То есть вот и нога бы была другая, там, кишечник, там, это тоже другой организм. Потому что они между собой обмениваются питательными местами, но являются каждый отдельным организмом. Понимаете, это вот и там размножение чудовищно сложное. Я даже, честно говоря, прямо сейчас не расскажу про это. Честные любители держат? Сейчас вот начинают держать, потому что вот это все потихоньку раскручивается. Да? Сейчас наши делают аквариумы, то есть уже такие, ну, то есть людям ставят. Вот. Он единственный, он достаточно дорогой, потому что там на него, во-первых, он технологичный, достаточно сложный в изготовлении аквариума. И, ну и так как это все новое, это все стоит дорого. Китайцы делают китайские маленькие, любительские такие аквариумы, совсем маленькие, на 20 литров.
там для буквально там для 2-3 медуз. Угу. Вот. Ну тоже, кстати, цена там у них не маленькая. Даже китайский аквариум. А пресноводных медуз не есть? Есть, но они есть, но, к сожалению, это надо вот пока не удается их получить. То есть вообще, это вообще амазонская медуза, но она попала уже в бассейн Волга, Дон. Ну, уже в Москву, да, в Москве, вот, реки, Москва-реки, да. Это в жар... Нет, у нее фишка. Жаркое здесь лето. Происходит вот это все то, как я говорил. То есть живут полипчики, которые как-то там расползаются. Там уже под Тверью уже, в общем-то, эти полипы. Там я могу много сказать, лет... уже в Питере. Да, 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 скорее всего. Важно, чтобы вот температура воды была выше 28. И в этот момент происходит страболяция и появляются медузы. У них вот такая, ну, как бы вот момент вот. Ну, как бы таймер, да, не таймер, а вот пусковая кнопка, да. Вот для именно для вот этих пресноводных медуз является пусковая кнопка, эта температура должна быть выше 28 градусов. То есть вот. И они вот, появляются. Вот эти сообщения, которые в последние годы появляются, ой, мы видели медузу. Да, она нормального размера, она там около 1 сантиметра, ну там 2 сантиметра. Больше даже, ну, говорили, там, порядка там 4-5. Ну она, наверное, там щупальца, смотря как мерить. То есть, ну, купол да. Где-то вот такой, там щупальца. Она такая на маленький корнеротик похожа. Это она вот скорее амазонский вид, который к нам ну, попал? Ну вообще да, вообще я так понимаю, что это амазонский вид, вот, который попал к нам. Я всегда считал, что тропические виды нашу зиму никак пережить не могут. А вот полип, получается, переживает. То есть ему вот температура 4 градуса, да, нормально, верно, вполне. Он то есть вот жидкая вода жидкая, она вполне себе он живет. То есть получается, он адаптировался к холодной воде. А, но ни опасности, ничего никакой они не устраивают. Ну нет, они, ну, они живут. Вот, не жгучие никакие. Ну как гидры. Она, вот, гидры что живут по кишечной полости? Ну, да. То есть в наших водоемах в жаркое лето мы уже увидеть, получили да. возможность вполне, наслаждаться да. настоящими медузами. Да, причем пресноводными это ну, достаточно редкость, ну как бы такая, это их всего там, может быть, несколько видов всего.